Три недели назад в загородных детских лагерях началась последняя четвертая смена. 28 августа ребята устроили последний прощальный концерт и стали готовиться к отъезду. Именно в этот день в лагерь «Романтик» приехала руководитель Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова. Подробности далее. Ранее к лидеру тверских волонтеров обратились педагоги с просьбой помочь в реставрации лагерей. Данную инициативу Юлия Саранова поддержала и отметила, что проблему стоит решать на федеральном уровне. Что именно нужно детским лагерям и, в частности, лагерю «Романтик», она решила спросить у самих ребят. Было очень важно услышать самих детей, самих вожатых, которые много лет здесь работают, директора учреждения, потому что что самое важное, да, то есть то, что они сказали, важно сохранить то, что есть, сохранить эту атмосферу, сохранить вот это ощущение семейности, да, которое есть в учреждении. Для этого дети попросили не строить и не перестраивать существующие дома, или как их здесь называют, дачи, чтобы сохранить уютную атмосферу места. Нужно лишь модернизировать территорию и сделать места для занятий спортом и музыкой. Для наглядности ребята нарисовали карту лагеря мечты. Для спортсменов мы бы хотели площадку для проведения всяких мероприятий и также тренажеры. Для творческих коллективов, которые поют, танцуют, мы бы хотели беседку небольшую закрытую, чтобы когда, например, плохая погода, мы бы играли там на гитаре. А еще ребята хотят свой бассейн и полностью оборудованную открытую сцену для концертов. Ведь в лагерь каждый год приезжают целые творческие коллективы. Многие из этих ребят снова и снова возвращаются в любимый «Романтик». Провожали руководителя тверских волонтеров песней. Не забывайте, что мы все вместе, все вместе. Не забывайте, что мы друзья. Это я, а я это ты.